Носить или не носить? Минпросвещение планирует ввести единую школьную форму. Как волгоградцы отнеслись к инициативе? Все как на подбор. Около полусотни новобранцев пополнят ряды почетного караула в Волгограде. Каким критериям нужно соответствовать, чтобы нести службу на главной высоте России? Сохраняем спокойствие. С 28 ноября в Волгоградской области будут тестировать систему информирования и оповещения населения. Жители каких городов услышат сирену? С 2023 года и беременные женщины, и семьи с детьми будут получать единое пособие. Соответствующий закон подписал президент России. Сколько составит выплата и кто сможет на нее претендовать? Все подробности ищите на нашем сайте. А также, какую подпись стоит использовать при заполнении документов? Советы юриста. Как изменится МРОТ в следующем году? И зима все ближе, когда в Волгоград придут первые морозы. Об этом и не только читайте на сайте МТВ онлайн.